Кировской области осужден судебно-медицинский эксперт, который обнаружил в крови погибшего в ДТП ребенка алкоголь. Трагедия произошла летом 2019 года и тогда получила широкий общественный резонанс. В частности, из-за выводов судмедэксперта. Он в своем заключении отразил сведения о наличии в крови ребенка этилового спирта в концентрации 0,51 промилле. Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача судебно-медицинского эксперта. Он признан виновным в халатности. Установлено, что эксперт провел исследование тела не в полном объеме, а также без надлежащей проверки заявил о наличии этанола в крови ребенка. Суд согласился с учетом позиции государственного обвинителя, назначил эксперту наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием и заработной платы в доход государства 5% заработка.